Здравствуйте, с вами Ульяна и рубрика «Мук-тренер». Когда верзила однокашник прижимает тебя к окну школьного автобуса, хочешь не хочешь, приходится в это окно глядеть. Вот так и получилось, что недавно приехавший во Флориду Рой Эберхард заметил бегущего мимо мальчика. Мальчик был необычный, босой, отчаянный и, как выяснилось позже, никому не известный. Новеньким не так уж легко завести друзей. Может быть, поэтому Рой решил разузнать, что это за таинственный бегун. Поиски привели боксовинам норам, аллигаторам в туалете, девушкам, способным прокусить велосипедную шину, и расследование одного очень важного и немного опасного дела. И все это в углу Карла Харрисона. Читайте с удовольствием.